маленький участок, но достаточно, но очень сложный. Сложный тем, что исторически как-то сложилось так, что новощипной ряд и вот этот участок возле привоза всегда был заставлен машинами, парковались. Фактически я работал один ряд. Поэтому постоянные пробки, простаивал общественный транспорт. Преображается пространство вокруг привоза, новощипной ряд. Осталось потерпеть немножко нашим гражданам, людям. Я прошу потерпеть немножко. Вот так же примерно красиво, на мой взгляд, это красиво. Продолжается, правда, еще благоустройство тротуарной, пешеходной зоны. Планируем высадить здесь деревья. Деревья будут высажены по улице Екатерининской. До новощипного ряда будут высажены аллеи деревьев. Я думаю, если к нам посоветуют специалисты, это будут акации, которые мы планируем 1000 акаций высадить. Здесь на этом промежутке появится, я не хочу говорить сколько, мы посчитаем, появится целая аллея акаций, привоз акаций, это все как-то колоритно, это по-одесски. Также заканчиваем благоустройство возле торгового центра «Остров», уберем ряд павильонов, провели переговоры с предпринимателями. И мы сходимся во мнении о том, что здесь должно быть чисто и красиво. Что маленький промежуток дороги, казалось бы, можно было бы быстро его сделать. На самом деле очень много проблем не технических, а человеческих. И нам необходимо искать компромиссы, и мы их будем искать, находить и освобождать город, освобождать тротуары, пешеходную зону для людей. Выполнена оптимизация схемы организации дорожного движения. Вы понимаете, что этот участок был долгие годы непроездным по факту. То есть здесь практически была одна полоса проезжаемая, все остальное пространство было забито припаркованным транспортом, автобусами и какой-то хаотической торговлей. Мы подготовили, разработали схему организации дорожного движения, которая предусматривает в том числе наличие двух полос для общественного транспорта. Вы знаете, сзади у нас находится автостанция «Привоз», и здесь постоянно была проблема в движении, в том числе общественного транспорта. Сейчас эту проблему устранили, вы видите, как организовано движение по полосам общественного транспорта. Это специальные столбики, делиниаторы, которые будут, по сути, блокировать несанкционированную парковку и остановку автомобилей. Кроме того, выполнена качественная разметка, установлены такие островки безопасности для того, чтобы дополнительно привлечь внимание водителей. Ну и, конечно же, если мы говорим, я все время говорю о мобильности, о пешеходной мобильности, мы создаем условия для пешеходов. То есть вы видите, сейчас идет реконструкция тротуаров, тротуары будут расширены, тем самым пешеходам, людям с ограниченными возможностями, мамам с коляском будет удобно просто перемещаться по этой улице.